Авиакомпания «Якутия» получит 5 миллиардов рублей для стабилизации своего финансового состояния. Таким образом, авиаперевозчик решила поддержать правительство России. Оно предоставит компании до конца года долгосрочный займ. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» заявил глава Минтранса страны Максим Соколов. Также для оздоровления компании предусмотрено увеличение уставного капитала на 3 миллиарда рублей. Их предоставят уже из республиканского бюджета. Также напомним, ранее власти заявили, что в 2017 году завершится объединение двух региональных авиакомпаний «Якутия» и «Полярные авиалинии».